Смотрим состав Джену. Расстановка с явным перекосом в сторону атаки. Защитникам придется сегодня выложиться на полную. Смотрим состав Джену. Расстановка с явным перекосом в сторону атаки. Защитникам придется сегодня выложиться на полную. Смотрим состав Джену. Расстановка с явным перекосом в сторону атаки. Защитникам придется сегодня выложиться на полную. Смотрим состав Джену. Расстановка с явным перекосом в сторону атаки. Защитникам придется сегодня выложиться на полную. Смотрим состав Джену. Расстановка с явным перекосом в сторону атаки. Защитникам придется сегодня выложиться на полную. Смотрим состав Джену. Расстановка с явным перекосом в сторону атаки. Защитникам придется сегодня выложиться на полную. Смотрим состав Джену. Расстановка с явным перекосом в сторону атаки. Защитникам придется сегодня выложиться на полную. Поехали! Потери и у соперников. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. И буквально подарил мяч сопернику. И выносит мяч за лицевую защитник. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Нужно выходить из ворот, все правильно. Хильеман. Может получиться интересная атака. И удар! Блокирует защиту удар, собственно, выполняет свою основную функцию.